На площади Медалс-Плаза ЦСКА проводит церемонию присяги с 2014 года. На импровизированном плацу лучшие из лучших, кумиры многих поклонников спорта. Как отметили почетные гости, а среди них было много известных спортсменов, находиться в этом месте уже честь для призывников. А служить в рядах ЦСКА – честь вдвойне. Большой пример, потому что армия сегодня реформируется, армия сегодня становится профессиональной, спорт сегодня профессиональный. И чтобы быть успешным, молодым людям надо и заниматься спортом, и проходить армейскую службу. Для нашей олимпийской столицы, для самого спортивного города мира, это очень важное событие, потому что сегодня все ребята, которые еще не приступили к службе, не вошли в ряды вооруженных сил, они, конечно, смотрят на это все и видят, что можно и служить одновременно, и одновременно заниматься спортом. Из Сочи спортсмены сразу отправятся в места дислокации спортивных рот. Они расположены в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Самаре. Впереди у юношей и армейские будни. Как говорят в шутку, в высшем командном составе ЦСКА поход в наряды и уборку казарм никто не отменял. Но наряду с этим новобранцы будут и усиленно тренироваться. Многие из тех, кто в этот раз принимал присягу в Сочи, кандидаты в сборную страны для участия в летних Олимпийских играх 2016 года.